хорошо, такой вопрос. Вот тезис о том, что студенческая виза – это единственная, пожалуй, виза, по которой можно сколько угодно находиться в США. Есть вообще какое-то формальное ограничение или формального нет? Ну, нет даже формального ограничения. То есть вот не то, что там 10 лет и все. Ну, ты должен учиться. Учиться, да. Ну, я не знаю, ты можешь сколько-то лет отучиться в одной языковой школе, например, там 2 года, потом перевестись в другую языковую школу 2 года, потом пойти, я не знаю, там в колледж еще 2 года, потом еще в университет 2, потом магистратура 2, потом PhD. Сколько у нас уже получилось? Да, да, много. Ну, даже 10 лет. Хорошо, значит, много-много лет человек учится, учится, при этом он где-то легально, где-то нелегально, где-то он там, я не знаю что, но все-таки из этих вот лет, допустим, он 10 лет учился. Сколько лет из этих он реально имеет право фулл-тайм работать, если он хочет оптимизировать вот по этому параметру? Ну, начальный весь этап, языковая школа, сити-колледж, университет, он не имеет права работать. Только на кампусе. А вот говорят, да, на кампусе. Вот на кампусе это можно много работать или чуть-чуть, или что? Ну, чуть-чуть, конечно, потому что ты же учишься фулл-тайм. Это то все есть, студенты фулл-тайм, это не как магистратура, о которой мы говорим. То есть, грубо говоря, так, если мы имеем дело с людьми, там, допустим, из Владивостока, как мы там договорились, то они понимают, что они должны нелегально подрабатывать. Да, потому только нелегально. Это массово, на самом деле, да? Ну да, все студенты, в принципе, подрабатывают нелегально, без даже разрешения на работу, без social security. Сколько можно реально заработать, так что человек действительно учится и действительно подрабатывает? Что можно подработать? Ну, я не знаю, наверное, может, 8-10 долларов в час. Ну, до 2000 долларов в месяц, наверное, можно заработать. 2000 долларов в месяц. Хорошо. Сколько стоит по минимуму, скромненько, не выпендриваясь, проживание? Проживание с питанием, ну вот, на поддержание себя какие-то расходы? 600-700, если мы говорим о Калифорнии, если мы говорим здесь, то есть минимум где-то, наверное, сейчас уже это 700 долларов за комнату. Плюс покушать. Плюс покушать долларов там 300, плюс проезд какой-то. Ну, то есть меньше 1000 не обойтись. Ну да, это просто расходы, которые ты... заплатил и все. То есть получается такая история. Если он реально 2000 зарабатывает, причем кеш, да, наличкой, нелегально, то он, допустим, 1000, там, ну пусть 1200 он потратил где-то, у него даже еще осталось что-то. Единственное, что ему надо теперь еще за учебу заплатить. Да, вот за учебу платить это уже, конечно, сложно. Я помню, у вас была такая языковая школа в Сан-Франциско, они там чуть ли не 300 долларов в месяц брали. Сейчас 440 и другая 395. Ну, 400, грубо говоря, да, то есть... Это только Сан-Франциско или это может быть и в Сан-Диего? В Сан-Диего 350 долларов, в Нью-Йорке тоже порядка 400 долларов в месяц. То есть, грубо говоря, так, значит, за 400 долларов в месяц ты можешь удовлетворить требования о том, что ты студент, и ты реально ходишь на занятия и все такое. Да. Это 400 долларов, плюс тебе нужно, там, скажем, 1200 там, на жизнь. И 2 ты можешь заработать. То есть, даже у тебя, можно сказать, остается на пиво с сосисками там, раз в неделю. То есть можно так же? Можно. Ну вот на примере одного моего клиента, который в Нью-Йорке. Он из Владивостока, кстати, приехал. А как? Да. Вот он приехал, парень, его зовут Максим. И в Нью-Йорке, в отличие от Калифорнии, есть там такие агентства, которые трудоустраивают людей там, за первый недельный заработок. Здесь лично я таких не знаю. Я тоже не знаю. Вот. Но там как бы большая русскоязычная вся коммуна. Нелегально как-то. Да, да, да. И все это там они к своим пристраивают. Ну вот он не стал к ним обращаться. Он сказал, я попробую сам. И он пошел играть с кем-то в теннис, знакомился с какими-то людьми. Ну потому что надо же связи. И он устроился электриком, стажером сначала. Ему платили 8 долларов в час. Учился в школе, зарабатывал. Вот. Потом я с ним, честно говоря, уже не общалась, не знаю. Ну вот он говорил, это начальная ставка 8 долларов в час. Да. Ну вот посчитай там, если сколько он там работает, зарабатывает. Если бы он у нас тут, в Калифорнии, электриком работал на стройке, например, да? Меньше 15 я даже не представляю. Ну, нелегально. Нелегально, не берут. Ну, ему как начальник, я не знаю, он там знал эту электрику, есть ли у него опыт работы с электрикой, этого я тоже как бы не особенно знаю. Согласен. Вот. Но тем не менее, ну как бы вот он зарабатывал. Получается, что он зарабатывал себе, он сказал, что он снял комнату в каком-то там, я не знаю, черном районе, за 500 долларов он там снимал. Ну, это было какое-то время назад, цены сейчас поднялись. Вот. Поэтому он оплачивал школу, проживание, как бы что там уже оставалось. Хорошо, значит, то есть не только языковая школа может быть очень дешевенькой, но и даже вот и профессиональная, после которой возникает право на ООПТ, на там 27 месяцев, если это естественно-научная специальность, что неплохо. Ну да. Значит, меня вот какой вопрос в данном случае волнует. Люди, которые приезжают по студенческой визе, мы понимаем, что виза не иммиграционная. Нет, не иммиграционная. То есть она позволяет человеку находиться в стране при условии, что он там как-то, я не знаю, ну вот есть у него деньги, легально, нелегально, там
полулегальные и так далее, он как-то вот поддерживает свое такое функционирование. Каким образом эти люди легализуются? То есть мы понимаем, что теоретически они могут доучиться там, до какой-нибудь степени там, PhD или там, бакалавра или мастера и получить рабочую визу, которая тоже еще не является легализацией, а является еще одним шагом на пути к возможному получению грин-карды, хотя мы знаем, что масса народа обломилась на этом пути, тоже бывает. Но вот если так вот, в вашем понимании, вы их много знаете? Нет. Лично я знаю тех людей, которые дошли до H1B, я их знаю очень мало. А каким образом они легализуются? Большинство женится и выходит замуж. Просто молоденькие? Ну, в принципе, да. Хорошо. Тогда получается, что мы приходим к естественному ограничению, для кого имеет смысл студенческая виза. Да. Ну вот, вот скажите вы, с вашей колокольни, вы же много народу видите, вот для кого это работает? Ну, для людей, конечно, до 30 лет, я бы сказала, и тех, наверное, у кого нет семьи, потому что даже если есть молодой человек, которому всего лишь, там, ну, скажем, 24-25, да, там, или даже моложе, и у него есть жена, и уже там 1-2 ребенка, то, естественно, для них, например, переезжать учиться ему какое-то время, потом это проблематично привести семью, да, даже получить им студенческую визу F2. Он основной заявитель. Это уже проблема с визой будет. Это уже проблема, естественно. Как можно в консульстве доказать, что я еду учиться на 2 года, мне надо еще с собой вести правильно жену там, и 2 детей. Потом, естественно, это все очень дорогостоящее. Уже комнату не снять, это же надо уже что-то, какое-то жилье побольше, все остальное. А вот когда человек идет в посольство, в консульство за визой, он должен показать финансовую самодостаточность. В чем состоит эта самодостаточность? Выписка с банковского счета. С банковского счета. А какая-то есть фиксированная сумма минимальная? Она разная для всех учебных заведений. Для языковой школы, например, на 1 год это, ну скажем, 15 тысяч долларов, если на 1 год. Для университета это может быть от 20 тысяч. Если мы говорим о магистратуре, вот таких низкооплачиваемых вузах, то это 22, например, до 34. Такие суммы. А вот когда там советуют такие мошеннические схемы, когда говорят, что деньги не обязательно иметь, а надо просто их показать. То есть вот возьми там у друзей, одолжи, положи на счет, сделай справку, принеси справку. Вот, скажем, со стороны посольства, у них нет такого, чтобы там сказать, а вот все деньги должны уже полгода полежать. Нет. Такого требования нет. Действительно можно, ну, я не знаю, мошенничество это или нет, но ну, можно конечно, взять деньги, положить на счет, взять выписку и предоставить ее, как многие. Так очень это, многие. То есть это распространено такое? Да. Хорошо, дальше они возникают в стране без копейки. Там реально, да? Ну, таких, наверное, немного, я не знаю. То есть все-таки люди, которые едут по студенческой визе, у них деньги все-таки какие-то есть? Я, например, разговариваю со всеми, как бы всем говорю, мы даже тоже сняли видео с тем же Алексеем, где мы даже посчитали минимальные затраты для вот этого китайского, скажем так, университета. Мы посчитали, что на год, на первые полгода, да, на первые полгода, например, надо не менее 10 тысяч долларов до того момента, пока ты начнешь работать. Но с учетом того, что ты как бы, ну, например, компьютерщик, которого должны взять на работу, да, что ты там программист хотя бы, или девелопер какой-то, что-то такое, не кто-то просто так. Ну, 10 тысяч долларов мы посчитали, с учетом проживания, питания, там, я не знаю, оплаты обучения первого, второго даже семестра, вот, что ты должен начать работать. То есть, если ты, ну, не хочешь говорить никто, но, ну, в смысле, вот не такой, который вот как Алексей. Да. Если тебе там 18 лет, и ты поехал, может быть, сначала даже в языковую школу, а потом там TOEFL сдал, да, или что-то положено, пошел уже учиться в City College, может быть, куда-то, это дешевле или, так, или дороже, или там, как... Ну, это, конечно, дешевле, потому что, ну... Языковая школа дешевле. Ну, на первые полгода, я думаю, что, наверное, ну да, расход тоже может быть приблизительно такой же. Ну, да. Я просто пытаюсь, как бы, знаете как, реалистичность оценить. То есть, вот, ну, человек, у него немного денег, так? Да. И он где-то закосил, что у него деньги есть, поехал в языковую школу. То есть он, например, он говорит, покажу меньше денег на счету и скажу, что еду в языковую школу на год. А дальше он продлил языковую, потом он пошел в City College, он же не должен обратно возвращаться. Там, да, можно визу продлевать на месте? Да, да, можно продлевать. Но я могу сказать, что в принципе зарабатывают все, просто каждый живет по-разному, в разных условиях. Например, они живут вчетвером в одной, там, я не знаю, комнате, ну или там, я не знаю, там one bedroom квартира. Ну, общага, можно как сказать. Как бы, да, общага. Они живут, естественно, очень, ну, там, маленькие деньги, не имеют, естественно, никакого там машины, собственного транспорта, как бы, я не знаю, там питаются во всяких дешевых забегаловках. Это можно, конечно, так прожить. Можно, особенно если ты молодой, как бы, да, может, где-то там еще родители что-то помогают. Это возможно. Просто опять же, что какая перспектива в дальнейшем,
И насколько этот процесс может затянуться, и опять же, 30-летний мужчина или женщина уже вряд ли поедет, наверное, знаете, жить там, я не знаю, с тремя соседями и там питаться в каких-то там забегаловках. Поэтому, естественно, это все индивидуально. Ну, можно. На $2000, если ты зарабатываешь, в принципе, можно прожить, оплачивая языковую школу. Про сити-колледж я уже не скажу, потому что сити-колледж, во-первых, обучение там идет, там, не знаю, с 8 утра, например, там, до обеда, после обеда есть класс. То есть нужно больше присутственных часов? Конечно, естественно. Это уже очень тяжело. Работать, например, вечером. И работа самая, наверное, высокооплачиваемая, это может быть официантами где-то, да? Официантами не берут, да, официантами не берут без social security номера, например. Нет, даже нелегальные. Да, это тоже сложно найти, как бы, поэтому тоже девочкам, может быть, это проще официантками устроиться, мальчикам, соответственно, это уже сложнее. Поэтому, естественно, это все проблематично. И когда люди обращаются, то, конечно, я всем говорю, что надо иметь запас денег. Вот, например, я недавно с одним парнем разговаривала, как бы вот эта вот схема там учись и работай, она неплохая. Она дает возможности, шанс людям, но, естественно, надо скопить сначала денег, да, быть к этому готовым. И у меня парень один, он говорит, вот я бы хотел приехать, но начать работать. Я ему говорю, вы знаете, есть такая поговорка, и рыбку съесть, и сковородку не помыть. Так не бывает. Поэтому вы должны быть готовы. Либо вы, извините, там, я не знаю, работаете сейчас и копите деньги, правильно, какой-то капитал на оплату, там, обучение, проживание своего. Потому что так может не сложиться. Но очень многие переоценивают себя. Может быть, там у единицы каких-то случается, знаете, там, приехал, раз, вот так вот, и все сложилось. Но это частные случаи.